Приветище, это Человек-паук Майлз Моралес, и мы продолжаем наше спасение Нью-Йорка. Почему наше? Это Человек-паук спасает, мы это просто наблюдаем. Значит, так, в комментариях прочитал одну отдельную штучку на предмет того, как получить костюм Питера Паркера. Очень интересная штука. Дело в том, что костюма Питера Паркера, я уже все тут осмотрел, его тут нету. Прикинь, его здесь нету, просто-напросто. Вот, получается, это какой-то секретный костюм. Короче, мне сказали... Берешь вот так вот, нажимаешь сюда, потом выбираешь вот этот костюм, потом зажимаешь то-сё, и типа все, костюм Питера Паркера у нас должен быть. Но я вижу только модифицированный, ну точнее самодельный костюм. Ладно, выходим, и чё-то нифига. Так, может быть это уловка какая-то, я не знаю, может это стёб какой-то. Так, подожди, давай еще разок. Вначале вот этот костюм, потом... Вот так. Крестик. И нолик. Вроде все делаю как надо. Но что-то не одевается. По-моему, это стёб просто, ребят. Просто меня кто-то затроллил в комментариях. Увидел, наверное, где-то видосик. Ну, знаешь, там делают же тролль-видео, чтобы затроллить, что типа есть такая штука. На самом деле нет такой штуки. Ладно, давай еще разок. Так, значит, нажимаем вот так. 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 Да не, нифига, это стёб. Одновременно крестик с ноликом, потом крестик, выхожу и борода. Короче, хватит заниматься ерундовиной. Есть, конечно, вероятность, что нужно просто пройти игру, и тогда у меня эта штука появится. Сейчас я костюмчик переодену. Хотя мне этот костюм нравится. Пускай я буду в этом. А, ну подожди. Там же появились другие костюмы, я же тебе не показал. Я-то сам посмотрел, но тебе не показал. Короче, появился вот такой костюм. А, мы его видели. И вот такой вот с капюшоном. Мы можем открыть, но он какой-то, знаешь, в мультике в таком костюме бегала подружка Человека-паука с другой вселенной. Поэтому, нет, пожалуй, не буду его одевать. Девчачий какой-то костюм. Ну все, погнали, значит, погнали совершать добрые дела. Совершается преступление неподалеку, где-то на крыше. Погнали. Что? Где? Кого? Это Человек-паук. Я решаю все ваши семейные проблемы. Да нет, городские, как минимум городские. Семейные это психолог пускай решает. Во-во-во-во-во, вот мне тоже нужен психолог был сейчас, чуть не упал. Трагедия на всю жизнь. Паук и падает со стенок. Где-то здесь что-то мутят. В воду чудики. Вот где-то там. А, вон они, я их вижу. Я их вижу. Голуби со мной. Значит, вся сила тоже со мной. Голубиная атака. Можно такую замутить? Так, по-хорошенькому бы как-нибудь их бомбануть. Опа. Так. Значит, надо кого-то отвлечь. Зачистить сектор! Зачистить сектор. Ой, невидимку включил зачем-то. Я хотел на самом-то деле кинуть бомбу. Так, давай проверим, нет ли тут чего-нибудь такого интересного, что могло бы при помощи этой лазерной бомбы, электрической бомбы... Шибануть их нет, ничего нету. Ладно, ребят, подходите сюда. Вот сюда подходите. Что это было? Что это было? Они подходят, подходят. Вот этого чувака надо схватить, значит. Зачистить сектор! Нокаут! Блин, они запалили меня. Потому что... Ха! Стреляйте! Да вы что, обалдели стрелять? Получи. Опа! На, нормально мне в пукан залетела ракета. Пошел вон. Какой приказ, ребят? Вы что, сдурели, что ли? На тебе. Ну давай, ракет, пусти, пусти. Опа, и в тебя же обратно. Отлично. Не-не-не-не-не. Не дам тебе использовать оружие. Давай, успел поймать. Красава. Успел вернуться. Ну все, давайте прощаться. Давай, пока. А мне вон туда вот. Красиво. Ну что, за всеми разобрался? Да. Одного, но я всех победил. Так, значит, теперь. Что теперь? Пойдем 3 километра свою тощую задницу тащить вон туда. К точке миссии. Разбираться ж надо. С сюжетом. Погнали. Всю вот эту лабуду в плане найти тайник, как они там называются, подполье. Это все лабуда, паркур. Да? Испытание паркура мы проходили в прошлый раз. Вот это что за испытание? Боевое испытание 2. Погнали туда вначале, наверное. Доберемся на метро. Let's go. Дело в том, что... Здрасте, 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 да. Человек-паук вышел из метро, ничего страшного. Бывает такое, паутина кончилась. Приболел немножечко.
Дело в том, что я хотел там открыть какую-то способность крутую. И для нее нужно пройти испытание, боевое испытание номер 2. Вот мы это сейчас с тобой сделаем по красоте все. Давай, паук, к стеночке и вперед, и вверх. Как настоящий супергерой. О, по красоте. Вон оно испытание, сейчас нам еще чуть-чуть осталось. Двойной прыжок. А нет, тут нету двойного прыжка. Немножечко переиграл в другие игры. Ю-ху! Только вверх и только вперед. Еще. А, у меня кончилась биоэнергия. Вот сюда нам нужно. Тут никого нету, хорошо, меня никто не запалил. Паркер, где твоя супер крутая штука? Куда мне подойти? Куда мне встать-то? А, вот она. Прям перед глазами, а я не вижу. Итак, Майлз. Суть этого боевого испытания — уклонение. Побеждай врагов, получая как можно меньше урона. 4 удара и начинаешь заново. Как будешь готов, встань в круг. А чё так сложно-то? 4! Так, понял? 4. Майлз тоже офигел. 4? Да вы чё, да чё так много-то? Я сейчас обосрусь. А как уворачиваться? Идеальное уклонение. Попробуй уклониться в самый последний момент. Самый подходящий, не последний момент, окей. Опа. Кия. Ну чё, по-моему, хорошо получается. Я прям могу. Когда паучья чуйка срабатывает, мне надо уворачиваться. Да. А, вот, вот, вот получилось. Прям чуть в носяру мне не дали. Есть. А чё, сколько уворачиваться-то? Сколько я уже вернулся-то? Мне же просто... Побеждение врагов. А, побеждать мне их надо. Блин, меня один раз ударили уже. Мне их победить надо, оказывается, и уворачиваться. Вон на что, так бы сразу бы и сказали. Пошел вон. Так, значит, у меня есть для тебя интересные штуки. Вот так вот. И теперь иди. Вот, нормально. Вот, хорошо. О, там сзади другие появились уже. Привет, ребят. Давай, сделаем по красоте. Ну чё, кто следующий? Давай, 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 давай. Опа! Бам! Бам! Заходят стрелки. Ой-ой-ой, я увернулся. Я успел, я успел. Отдай мне пушку. Отдай быстренько. Голограмма да с пушкой — это просто как макака с гранатой. Нельзя такое допускать. А цель переместилась выше. Осторожно! На поле вышли стрелки. Где, где, где? Покажите мне стрелков. Вот они. Уклоняйся, уклоняйся. Не дам. Не дам ему. Я пушку выпустил. А, там этот паркер сидит, смотри, палец за мной. Скотина, а. Я смогу. На, ну отдал. Руки есть? Лови. На подходе новая волна. Так, так, у меня уже, значит, 2 попадания есть. Да, блин, из-за кустов, из-за деревьев нифига не увидел. Так, готовченко. Уф, успел. 4 удара было. Оставайся в круге, повторим. Да уж. Давай повторим. Шутки плохи. Ладно, все, я въехал как, я вначале тупанул, думал, просто уворачиваться надо. Но теперь я знающий. Со второй-то попытки. Смогу, осилю. Чуть не упал. Ты видел? Эй, голограмма, ты видел? Я чуть не упал. Берегись оружия. Берегись оружия. Так, где у тебя пекарь? Вот с этим сейчас разберемся. Подожди. Где он? Во-во-во-во-во-во. Иди сюда. Вот так вот. Ой, мощно. Как их много-то? Пока что по нулям. Один ушел. А-а-а, ну почему ты его не схватил нормально? Один удар. Нормально. Черт. Есть, выпнул его, просто выпнул. Пит меня не щадит. Черт, у меня что-то пукан подгорает. Что-то начинается очень жестко. Все. Тихо, 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 нельзя в меня стрелять. И бить меня тоже нельзя. Успел. Так, поехали к тебе. Не-не-не-не-не-не-не. К стеночке его давай. Так, у того оружие. Идеальное уклонение. Там оружие, надо быть очень аккуратным. Иди сюда.
Ай-яй-яй, три удара. Все, последний удар. Уходим. И мне кранты. Готов? А чё так, откуда вас столько взялось? Я думал, это последняя волна. Да вы чё? Чё так сильно-то, серьезно и больно? Ну, как говорится, бог любит троицу. Если третьего раз не получится, то пойдем дальше. По крайней мере, я сейчас нормально, грамотно научусь уклоняться. И просто будет все по красоте. Потом буду как псих, как дьявол всех разносить, как боженька. Всех собрал в одну кучу. Давай вниз. Красавчик. Ого, как я через ноги у него пролетел. Стрелки. Где вы, стрелки? Опа. Близко было. Забираем пушку. И вот у тебя тоже заберем. О, еще и у тебя есть, да? Через ноги и... Блин, не получается его пробить. Давай, 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 чувак. А, красава, как я и хотел. Отлично. Так, последняя волна началась. Я решил все это не показывать, но я сейчас начинаю болтать, и меня сейчас, короче, накажут конкретно, да? Нет? Нет, все хорошо. Так, давай, кончайся уже. Бью. Одно попадание. Так, значит, я сделаю вот так вот сейчас. Получил. Нефиг ко мне лезть. Так, и тебя тоже. Опа, успел. Пушку отдал быстро. Он последний был, да? Я же прав? Одно попадание было. И наш победитель. Да. Невероятный Человек-паук. Неплохо. Похоже, ты быстро учишься. Помни, после идеального уклонения можно вырубать врагов одним ударом. Очень удобно, кстати. Нокаут с одного удара? Надо попробовать. Классная штука. Реально надо будет попробовать. Короче, в итоге я сделал, знаешь, 6 подходов. Вместо 3, 6 подходов у меня ушло, чтобы... пройти на невероятно этот челлендж, это испытание. Ну все, погнали, короче, делать сюжетную линию. Но сперва хочу посмотреть, что у меня тут по гаджетам обновилось. Вот эту мину можно обновить. Но нам нужны навыки. Все, ради чего замышлялось. Это вот эта вот штука. Теперь она нам доступна. Если нажать треугольник после идеального уклонения от врага с винтовкой или пистолетом, вы мгновенно нокаутируете его. То есть это то, про что нам говорил Питер. Мы можем с одного удара нокаутировать очень хорошенечко противника. Что ж, let's go. Метро нам в помощь, чтобы не тарабаниться. Тут есть ближайшее метро. Вот сюда нам надо. Погнали. Что там продают? Кто-то танцует. Привет. Давай пятюню дай. Дам тебе пятюню или сфоткаемся. Что ты мне пальцем показываешь? Там преступность какая-то или что? А, дорогу подсказываешь? Ну, спасибо, кто-то меня фоткает. Каждая фотка 15 баксов, ребят. Так что вы мне должны будете. Ладно, погнали. Не буду тут с похожими суетиться. Прам-прам-прам-прам. 180 метров. Я поблизости. Кстати, я далеко от дома Тео. От дома Тео. Мне же костюмчик надо собрать. Человека-паука. Вот это что? Грабители угрожают местному бизнесу. Побочное задание. Потом сделаем. Потерпит немножечко. Не страшно. Опа. Чё это за слабый такой прыжок был вообще? Даже не допрыгнул до верха. Вот это я понимаю. Вот это другое дело. Так, я, наверное, немножечко переборщил. Мне вон на ту крышу надо. И я... Кто-то грабит грузовик Пира. Грузовик Пира? Давай сходим. Потому что в прошлые разы грузовики Пира я так и не смог спасти. Но я теперь крутой уклоняльщик от ударов и от всего прочего. И я смогу спасти грузовик. И к тому же я знаю, что не надо отходить от него далеко. В комментариях у кого-то тоже бомбило то, что я отходил. Но я не знал, что от него нельзя отходить. Но теперь я знаю, что отходить. Короче, я теперь... Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое, вот это из этого надо разряда. Спасти грузовик Пира. Вы что, офигели? Один готов. Все, я теперь на крутизне. Ты со мной вообще ничего не сделаешь. Я уворачиваюсь, как боженька. Осторожно, к ним идет подлога. У меня 100-й уровень уклонения. Ну нет, не 100-й, ладно. 99-й. 1% оставим на то, что меня могут нагнуть. Привет. Тебе не крышка. Нифига себе. Я первый раз вижу, чтобы ко мне так подпрыгивали. Вот, как говорится,
как говорится, 1% попадания. Ты что делаешь, а? Вы что, офигели? Козлята, а? Выдыхается. Нифига я не выдыхаюсь. Я только начинаю. Увернулся как грамотно. Так, кто-то месяца в меня. Ты что творишь, а, женщина? Женщина. Ну как такое возможно вообще? Что ты да бандит. Прикольно, кстати, прическа. Седая, наверное, уже. Уходи, паучок. Так, тебя, значит, пробить надо. Там гранат кто-то кинул. Опа. Да ты задолбал. Сколько вас тут таких крутых? Приловчился я, короче, разносить. Ты куда там полез, а? Нет, уходите. Отдай-ка мне свою вот эту штуку сзади у тебя светящуюся. Так, я с тобой не договорил, куда ты лезешь. Ну чё, кто следующий? Стой, 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 граната, это вообще очень плохо. Сейчас-ка я ее нокаутирую. О, круто, с одного удара. Ну чё ты смотришь? Смотрел на меня упорно. Видимо, что-то хотел мне сказать. Эй, обратненько вернись. Обратненько, куда ты побежал? В мусорку какую-то спрятаться от меня хотел. Всю неделю наши машины грабила. Наконец-то я вас спас. Грузовик Пира. Наконец-то. Все тихо, можешь выходить. Я в порядке. Спасибо, парень. Иди по своим геройским делам. Ну ок, я пошел. Я звонил в полицию почти час назад. Конечно, полиция пока приедет, а уже ограбят 100-500 раз, еще и грохнуть успеет. Я это видел, я это проходил. Так, ну все. Вроде спокойненько у нас все. Эй, что случилось? Почему я не зацепился? Как такое возможно? Все, я на месте. Почти на месте. Вот теперь на месте. Нет, не на месте. Вот теперь да, вот. Вот нам сюда надо. Ай, наконец-то заходим. Я рада, что ты позвонил. Мне нужен был отдых. От чего? Да так. Вообще. Я заходил в вашу мастерскую. Думал, найду тебя там. Похоже, прямо перед моим визитом там кто-то затеял драку. Я зашел внутрь, осмотрелся и узнал про Рика. Мне так жаль. Что еще ты там узнал? Я хочу помочь. Но ты должна все рассказать. Мне жаль, что твоя мама пострадала на митинге. Если бы не этот новый Человек-паук, все бы прошло гладко. Прошу, не пытайся отговорить меня. Я сама знаю, что делаю. Ладно. Ну, вот, таков мой секрет. Этим я и была занята. А ты чем занимался? Ну... А я тебе мешал. Школой. Школой. Работой в пире. Этим ты всегда занимался. Что на самом деле... Ты скажи, что ты Человек-паук, она тебя ушатает прямо здесь. А на самом деле... Я взял на себя слишком много обязанностей. Слишком много. Вот я и забыл о друзьях. Я хочу все исправить. Можно мне вступить в ваш клуб, отряд, группу? Я не знаю. Нормальный такой заходик. Майлз учится, красавчик. Знаешь, Рик был лучше всех. Я понимаю тебя. Если нужна помощь, только скажи. Если нет, не бойся. Я сохраню тайну. Ты хороший друг, Майлз. Ладно, идем. Куда?
Фиск Тоуэр. Неужели она повела его в логово? Ты же знаешь, я не люблю высоту. Не переживай, я подстрахую. Подстрахуй, братуху, подстрахуй. Что делаем-то? Подполье абы кого не берут. Доберемся до башни Фиска, скажу, что нужно делать. Ага. Вы обустроились в штабе Кингпина? После того, как его посадили, федералы арестовали имущество, но никому не продали. Вот мы и въехали. Так, а у меня ж паутины-то нет, как я буду... А, не, вот, а смотри, как могу ты ввязалась все-таки, могу. Во все это? Подполье, умелец? Ну, меня не зря прозвали умельцем. Я делаю все. Маски, оружие. Программируемая материя. Да. Подпольщики хотели ограбить дедушкину лавку и нашли мои работы. Мы заключили сделку. Я знаю, тебе нужен Кригер. Но им-то все это зачем? Ну, помимо оружия. Им нужна известность. Если известность будет, им все сойдет с рук. И ты не против? Одной мне Роксан не одолеть. Идем. Прыгни с крана на балкон. Ок. Покажи им, что не боишься. Они наблюдают? Через окна. Без этого ничего не получится. Короче, Майлз втерся буквально на чуть-чуть доверия, она сразу говорит, да я же этот, какого там, ну, глава вот этой всей банды. Умелец. Сразу же впалила себя. Она не должна понять, что я Человек-паук. Ну, облажайся тогда. Давай не допрыгнем. Убьемся об асфальт. Тогда она точно не поверит, что ты не Человек-паук. Давай, Майлз, покажи всем. Покажи всем. А-а-а, страшно, башмачки скользят. Я не Человек-паук, я просто неловкий пацанишка, который учится в универе. Я уже кирпичи в штаны наложил. Я иду. Я здесь. Черт, тут ветер. Меня штормит. Че, прыгаем? А че так высоко-то? Тут этаж второй, третий. Ноги сломать можно. Что прыгнуть, нажмите их. Спасибо. Я как будто до этого не прыгал. Кия! Ух! Поймала. Ну, красавчик, все правильно сделал. Сделал вид, что обосрался. Теперь я официально принят в клуб? Конечно. Но смотри в оба. Эти ребята не очень-то любят новичков. Ха, ну меня вот, полюбят. Добро пожаловать в главный штаб. О, маску уже так, нацепила. Что ты задумала? Причем тут Нуформ? Кригер говорит, ты украла партию. Всего одну канистру. Немного поработаю с ним. Не бери в голову. Пора влиться в коллектив. Хорошо. А мне такую же маску ты выдадут? Здесь? Отлично. Гэвин тебя искал. Не сейчас. У нас новобранец. Ладно. Ну и ну. Это все ты сделала? Ага. Пока я делаю новые пушки, все подполье у меня в руках. Это меч из программируемой материи? Новые враги, новый подход. Ты про Человека-паука? Самый паршивый сюрприз прошлой недели. Крутое оружие. Сколько раз мне еще ему объяснять? Надо кое с чем разобраться. Подождешь воды? Прикольно. Да, конечно. Это мой шанс. Надо выяснить, где она держит Нуформ. Надеюсь, может, ты это не вслух сказал? Какие-нибудь зацепки? А то нас тут расстреляют сразу. Сколько вражин-то, а? А я могу кого-нибудь нокаутер? Не, не могу. Было бы прикольно, если кого-нибудь тут втащил. Значит, Нуформ. Где у нас хранится Нуформ? Так, ребята, разойдись. Тут Спайди ходит, хотя вы не знаете об этом. О! Чуваку, смотри, разрисовали на экране прямо усы и прочую всякую лободу. Ты видел, что было в комментариях написано в субтитрах? Просто странно, что какой-то тип под именем Умель с нами управляет. Фиску бы это не понравилось. Так, у мужика по всей башне секретные ходы и фальш-двери. Но мы все раскусили. Башня теперь наша. Тайные комнаты. А, спасибо. Есть где хранить опасное вещество. А я теперь тоже знаю про тайные комнаты. Ребята, где ж вы Нуформ-то храните, а? Вот сумки какие-то. А, это бабло. Банки грабят они, да, значит, еще? О, сколько сами денег! Не сами Нуформ. Старик нас, можно сказать, спонсирует. Хочет он хороший денег.
Внизу есть еще. Звучит перспективно. Значит, там инуформ рядом с лобом. Может быть такое? А тут что? Я такие уже это видел. Ящик с припасами? Это пировский, нет? Нет, это не пировский. Это тоже с вооружением, с гранатами и прочей всякой лабудой. Так, так, так. Ребят, пустите меня вот туда, в лифт. Вы же не против, если я туда зайду? Или мне надо вступить вначале в ваш клуб? Так, туда я не пройду, понял. Узнать, где искать нуформ. А у кого узнать? Надо найти какого-нибудь болтуна. А вон к экрану надо подойти. Там он новости. Номости. Новости идут. CNS, CNC. Live. После атаки на мост в прессе одно подполье. Не произносите это важно. Как по мне, стоит сосредоточиться на нашем имидже, а не на нуформе. Не на нуформе. Да. Может, они держат его здесь? Может, и здесь. Где я что еще не осмотрел? А? Вроде бы все уже просканировал, все осмотрел. Ну, формчик. Вон там вот что-то еще вижу. Что это вот такое вот там? Маски, оружие еще одно. Это вещи банды Мартина Ли? Да, дорогие. Если хотим подвинуть киску и взять власть в Нью-Йорке, нас должны уважать. Угу. Парни круто тренировались, расправились с демонами. Вот интересно, где? Возможно, они разместили его в тайных подвалах Писка. Перерыв окончен, ребятки. Группа 2 вниз на тренировку. Похоже, так, надо так, туда так, наведаться. Так. Там двери открылись. С группой 2 сейчас куда-нибудь наведаемся. Я иду, ребят, за вами. Вон, фига себе, они прыгают прикольно. Смотри, вьюх, вьюх. Я тоже хочу такие башмачки. Так, я где-то расскажи видел этого ребят. Парня. Меня чуть не спалили. Я внутри. Какой план? Семки пощелкать, какой план? Переодевайся. Чё, в смысле переодевайся? Тут куча этих бандюганов. Кому ты пишешь? Маме. Да, она зовет домой. Сейчас? Правда? Ага, у нее рука в гипсе. Надо помочь с ужином. Ты сказал ей, что я... Спасибо. Можешь выйти вон там. Ты же вернешься? Безусловно. Крутая, крутая. И Майлз такой, ну вот. А я думал, я один супергерой. А моя подружка тоже супергерой. Через черный ход пойду-ка я. Посмотрим, что за тайны скрывают подвалы. Ах, ну вот, опять веншахты. Погнали, чушь. Ганге, я в вентиляции. Класс! Ты выяснил, где они прячут нуформ? Пока нет. Но я видел, как Фина пошла в подвал. Попробую выследить ее. Слушай, вот ты такой крадешься по вентиляции. Ты чувствуешь себя героем фильма? Набиваешь под нос героический мотивчик, а потом тебя могут поймать и бросить в камеру над бассейном с крокодилами, а ты делаешь бомбу из жвачки и смываешься. Стоп, что? Нет! Ясно, просто спросил. Куда мне дальше-то идти? Во-во-во, кажется, здесь. Ну-ка. Ё-моё! Вестибюля. Нужно разобраться с тренировками подпольщиков. А потом искать тайную комнату. Окей. А давай попробуем вот этого чувака нокаутировать. Надеюсь, нас не запалят. Надеюсь, нас не запалят. Много тут народу-то вообще? Там вон снизу кто-то бегает. Мне нужно перебраться вон туда. Вот сюда. Или человек-паук. Черт, опасность. Нас слышат, видят. Да вон ту, под нами прям тетку возьми. Вон она, вот эту вот теточку нам надо. Вот, да-да-да, вот эту вот. Ой, там второй появился. Вот этот поворот. Угу. Так, хорошо. Подождем, пока вот этот чувачок отойдет, если он отойдет, конечно. Можно, в принципе, вот с этим разобраться. Вроде бы его никто не палит. Вроде бы его никто не палит, но он далеко.
Куда бы мне запрыгнуть? Вот сюда можно запрыгнуть. И подтащить его, да? Иди сюда. Красиво. Так, значит, смотрим, где так, еще кто. Вон, вон тот. Нифига себе, как-то он меня не спалил. Прям очень интересно. Чувак, как ты меня не спалил вообще, а? Ну вот, раз не спалил, то вот тебе и наказание. Значит, что дальше, что дальше, что дальше? А, вон, стрелок. Чтобы включить или отключить камуфляж, мне он пока не нужен. А, что, нас спалили, что ли? Почти спалили. Ёпарасоты. Я в камуфляже. Кого ты ловишь? Кого ты ловишь? Нокаутировать. Вот так вот. Хорошо. Пока все удачненько. Значит, нам теперь нужно... О, вон тот чувак. Надеюсь, он нас не запалит. Так, блин, кажется, нас спалили. Хотя нет, хоть он и смотрел в эту сторону, но он нас не спалил. Это хорошо. Ну, я, наверное, уже больше половины нокаутировал. Очень хорошо. Так, теперь мне надо не спалиться тут в этой ситуации. Так, давай посмотрим. Посмотрим, разошлась ли та сладкая парочка, или до сих пор тут вдвоем трутся. Черт, вдвоем до сих пор трутся. Ладно. Ребята, пора показать, на что вы способны. Долбаная. Ну что ты творишь, а? Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Тебя сейчас тут спалят. Непроизвольно все произошло. Так, камуфляж у нас заканчивается, отлично. А мне надо вон туда. Так, значит, еще... Угу. Раз, два, три. Справа, два тут. Блин, народу-то дофига. Не дергай, жми! Здесь есть что-нибудь, нет? Вон, да, вон туда нам надо кинуть. Значит, берем вот эту вот штуку. Так. И кидаем вон туда. Давайте, давайте, ребята, подходите. Вот так, точнее. Блин. Готово. Целься. Я ухожу в камуфляж. Нет, не ухожу. Тогда наверх. Вроде не спалился. Там двое валяются. Они в шоке. Еще один подходит. Они все сюда подошли. Негодяи. Тут один остался вроде, да? Отлично, отлично. Значит, мы вначале разберемся вот с этой девахой. Черт, нас могут запалить. Очень, очень так хорошенечко могут запалить. А я не хочу палиться, я хочу настался все это дело пройти. Где эта тетка-то была, блин? Я ее потерял. Тетечка, ты где? А мне... опять вдвоем третесь? Вам не надоело? Так, хорошо. Че, если я кину вам туда эту штуку? Сделаю вот так. А, ну и они как бы... Ну и все. Ну хорошо, допустим. Теперь вон туда давай, наверное. Я здесь, ребята. Как ваши дела? Черт, чуть не свалился. Опасно, 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 но... Они друг на друга палят. Ребята, чего вы друг на друга смотрите? Да за... пройди! Пройди вот сюда. Чуть не спалили. Так. Ух ты, их там трое. Хорошо. Раз вас трое, то я сделаю вот так вот. Вот так вот. Надо, чтобы третий подошел. Третий, подойди, пожалуйста. Не хочет подходить. Ну ладно, значит так сделаем. Ух ты, они жесткие. Выстоят. Ток им ничего не сделал. Ну хорошо. Ток им ничего не... Меня... Черт, 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 черт. Надо убираться отсюда. Капец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, началось. Началась битва.
Ладно, ребятки, воевать так на веселе. Началась наша пурга веселуха, да? Я тогда полетаю вот так вот. Мне нужно снайперов вначале убрать. Где снайпер? Вон, внизу снайпер. Я иду к тебе, друг мой. А гранат-то что вы кидаете? Ой. Не-не, не хочу смотреть, на что вы способны. Я хочу просто вас... просто вас раскидать. Чё? Чё происходит? Вообще не понимаю, что происходит, но очень весело. Так, знаешь, что я хочу? Я хочу вот эту вот штуку. Оп. Голограмм, помогайте, мне нужна ваша помощь. Так, а еще мне нужна паутина обратно. На тебе. А, выкусили. Голограмма меня спасли. Ой-ой-ой-ой, не успел вернуться. Ну ладно, страшно. Надеюсь, меня не запалят. А в кого он стреляет там, интересно? А, дай ствол. Надеюсь, спина меня не запалит, то что я пришел, сразу человек-паук тут появился. Ой, мимо. Че, все, я всех раскидал? Ладно. Ух. Спину пока не видно. Где-то же она должна быть. Я читал интервью Фиска, он там сказал, что любит полезное искусство. Что это значит? Не знаю. Но в его доме нашли кучу секретных проходов, спрятанных за картинами. Так что... Да, понял. Значит, за картинами. Куда нам наверх, вниз? Куда нам лучше идти-то? Подскажите, пожалуйста, куда нам идти? За картинами. Тайные ходы за картинами. Я тут картины ни одну не видел вообще. Блин, показали бы, куда хоть идти. А, вот сюда. Агент под прикрытием. Стой, а там есть где-нибудь большие статуи? Кажется... Эй! Вроде что-то есть. Ого. Прикольно. Ого. Потайные ступеньки. Глубоко. У многих злодеев есть потайные ходы. Может, Фиск хотел сбежать от другого Человека-паука? Мог бы построить скоростной лифт. Может, успел бы сбежать. Давай не будем подсказывать злодеям, что делать, а? Действительно, вдруг они нас прослушивают. Вот эта тренировка там идет. Но с тех пор заболели 3 человека. 3. Мы знаем, как опасен Нуфор. Мы знали, что будет опасно. Мы же все согласились. Но если мы тоже заболеем... Не получается проваливать. У подполья нет времени возиться со слабаками. Ты слышишь? Люди из подполья тоже болеют от Нуформа. Какая черствость. Вот тебе сюрприз! Нуформ довезли? Он цел? Да, в лабораторию в городе. Как будто паука не видно, особенно в красном костюме-то. Они перевезли Нуформ. Может быть так, что канистра опасна? Она так гудела? Смотри, вообще не палит. Взорваться. Силы нового паука изменили его структуру. Скажите всем, чтобы не трогали. Их убежище. Ну, форум точно где-то там. А, нужна четкая картинка, тогда смогу сузить поиск. Мы ничего не знаем об этой штуке. Что это? Откуда взялось? Ну, форум создал мой брат. Главный химик. И Роксан его убил. Я не отступлюсь, пока их не уничтожу. Вы со мной? Ты знаешь, что да. Хорошо. Пару сантиметров, и они бы поцеловались. Как вот она его не спалила энергия в камуфляже? Генераторы, аккумуляторы, все что угодно. Тащите в кинотеатр.
Знаешь, когда ты смотришь на такой камуфляж вблизи, он искажает немного реальность. Ох, этот меч, который я держал в руках, надо было его свистнуть тогда. Блин, ну что началось, ребята? Так, чтобы совершить биорывок, нажмите... О, давай проверим. Ух, хо-хо-хо-хо! Понял, что я сделал, но сработало! Ладно, займись паучьими делами, а я исследую карту и поищу зацепки. Класс! Продолжу вас шокировать! Где следующий? Ой, ёпара сете! На тебе еще разок! Апперкот! Могу вытянуть схватку в злодейском логове из списка дел! Приземлите его! Приземлите, не хочу я приземляться! Давай, комбо доделай с ней. Най, в мордашу. А ты что, с мечом думаешь, крутой такой? Сколько бабла летит. А я увернулся. А, второй раз не вернулся. Ну ладно, смотри. Вот так вот тебе. Все, откинул кони, красава. Нифига себе. Карты, что ты прислал. Похоже, подпольщики обустроились на старых стройках Фиска. Так, ну это все хорошо. Меня там кто-то бомбанул, я не понял кто. Значит, нам нужно отправляться теперь вот сюда, за Нуформом. Укрытие подполье, верхний ист-сайт, вражеская база. Окей, я понял. Фина упоминал. Кинотеатр? Это... Не надо, Ганки. Драматично. Сказал все-таки. Это кинотеатр Джем. Думаю, именно там она спрятала Нуформ. Надо туда заглянуть. Если ты в кино, я только за. Но если хочешь сначала заглянуть на базы подполья, я знаю, кто поможет. Лады, внесу базы подпольщиков в список дел и сообщу, как доберусь до кинотеатра. А я буду тут, вылавливать критические баги в спидно-нагоне. Фина встретится с подпольем в Джеме поздно вечером. Пожалуй, можно пока проверить приложение и заняться другими делами. Ну, хорошо. Наконец-то. Мы сходили в укрытие подполье, познакомились с умельцем лично. И теперь я хочу залезть и посмотреть, какой-то новенький костюмчик у нас открылся, вот этот вот черненький. О, крутой! Офигенный! Такой камуфляжный, знаешь, ну чисто пацанский, на стиле. Ладно, пока не буду тратить на него жетоны, лучше модификации костюма какие-нибудь прокачаю. Это намного лучше. Вот это что такое? Каждый шестой удар в серии вызывает у цели биошок. Вот это новенькое. Увеличение... боезапаса всех гаджетов. Вот, вот это хочу. Короче, я думаю, что надо вот открыть вот эту вот штуку. И вот мы ее используем. Также я хочу еще вот эту штуку вкачать вместо вот этой вот. Так. Вот. Теперь модификации визоров. Давай посмотрим, что мы тут можем сделать. А ничего не можем, потому что у нас жетоны кончились. Хорошо, по навыкам. Могу швырять оружие, заряженное своей биосилой. Ковбой называется, вот ее вкачиваем. Классная штука, я постоянно что-нибудь швыряю. Делитесь любовью. Не могу прокачать, нет, жетончиков, точнее навыков, и здесь тоже ничего нет. Все, это все, что я прокачал. Ну что, я думаю, что на сегодня достаточно. Мы потихонечку двигаемся по сюжетной линии, проходим испытания, спасаем мир, и Джей Джойсон постоянно орет, когда я что-то болтаю. В общем, если тебе понравилось, то не забывай ставить лайк под этим видео. Ты ставишь лайк не только видео, но и Майлз Моралесу, и Человеку-пауку, и прочее. И подписывайся, не забывай подписываться еще, потому что это очень важно, чтобы не пропустить следующей серии по Человеку-пауку. Ну а я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем видео.